Продавать центральный рынок Батайска не будут. Городская дума отменила решение о его приватизации после приезда губернатора. Василий Голубев побывал на рынке во вторник. Поводом стали многочисленные жалобы. Покупатели боялись, что после передачи в частные руки рынок перенесут или вообще закроют. А предприниматели – изменение условий аренды. Мы просим оставить наш рынок в таком качестве, какой он есть. Только чтобы в порядке. Конечно, конечно. Все, кто здесь торгует и порядок сохраняют. Да, это, конечно, мы будем помогать администрации. Люди должны, которые работают здесь, иметь возможность работать в своих интересах. И рынок должен быть. Согласны? Да, согласны. Да. Поэтому рынок, первое, никто никуда переносить не будет. Это я вам обещаю. Решение о приватизации рынка депутаты Батайской гордумы приняли в сентябре. Правда, в торговой площади планировали покрыть дефицит городской казны. Посчитали, что с целью пополнения доходной части бюджета в городе она не очень идет. Надо будет приватизировать акции. Насчитали они там от 20 до 40 миллионов. Мы отменили свое решение, то есть никто приватизировать акции рынка не будет. Центральный рынок самый крупный в Батайске. 12 тысяч квадратных метров, 637 торговых точек. Свою продукцию здесь продают фермеры из нескольких соседних районов.